Близится новый учебный год. Пока ученики средних образовательных учреждений собирают книги и тетради, воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств готовятся к предстоящим соревнованиям. У конаковских борцов начались ежегодные сборы. О том, как проходит подготовка и где выступят ребята, расскажем далее. Каждый год в преддверии 1 сентября воспитанники конаковской школы единоборств начинают приходить на летние сборы. Обычно в них участвуют спортсмены из других регионов. В этом году в связи с плотным соревновательным графиком было решено начать тренировки чуть раньше. Сборы направлены на то, чтобы люди уже подошли к сезону, как говорится, в спортивной форме, немножко ее набрали после летних каникул, отдохнувши, они должны набрать форму. Дело в том, что в начале сентября у нас идет уже отборочный турнир, третья часть отборочного турнира на первенство мира в Грецию. Вот здесь спортсмены, которые являются претендентами к попаданию в сборную, они у нас уже как бы должны быть готовы. В сборах принимают участие спортсмены разного возраста и уровня мастерства. Тем, кто не уехал на море, отдохнуть придется еще не скоро. Программа подготовки расписана на целый месяц перед предстоящими стартами. Сейчас тренировки направлены на улучшение функциональных качеств спортсменов. Тренировки сейчас, значит, не в обычном тренировочном режиме, они направлены больше на повышение скоростных качеств, функциональных качеств спортсменов, потому что для уже идут непосредственно подготовка к соревнованиям. То есть, чтобы ребята смогли достойно выступить на соревнованиях разного уровня. Вот. Ну, а малыши, которые принимают участие в этих соревнованиях, им просто для саморазвития, для увеличения каких-то своих качеств. Скоро ребятам предстоит выступать на международных состязаниях, одним из которых является первенство мира до 15 лет по джиу-джитсу в Греции. По итогам рейтинговых соревнований 4 конаковских борца смогли отобраться на этот турнир. Пока эти ребята занимаются в общей группе, наравне с остальными спортсменами. Первый этап – Тверская область, конечно. Первое место. Потом ЦФО, но это не такой рейтинг, не рейтинговые такие соревнования. После области рейтинговых соревнований был турнир космонавты. Там я занял первое место, в 3-4 килограмма я борюсь. Следующие соревнования были первенство России по джиу-джитсу в Вологде. Там я занял второе место. И вот сейчас следующий этап – это мир. Помимо первенства мира по джиу-джитсу, начиная с сентября, спортсменам предстоит отстаивать честь города на первенство мира по самбо среди школьников, а также выступать на конаковских турнирах.